Здравствуйте, Давид. Вот решила записать для вас видеосообщение, видеописьмо, так как давно с вами не общалась и никак у меня не получается со временем даже пытаться дозваниваться до вас. Но я очень по вам соскучилась. Вы же для нас стали не просто доктором, к которому мы периодически появляемся на приеме, чтобы потом о вас забывать с легкостью. Вы стали чем-то большим для нас, для меня, по крайней мере. Каким-то таким большим теплым другом. Не знаю, насколько вытащили вы окончательно настёк мне из того состояния, в котором он пребывал на момент первого нашего с вами знакомства. Но меня вы вытащили, это точно. Из той ямы отчаяния, безысходности и безверия, неверия в будущее. Ни свое, ни Степина. Мне намного легче сейчас. Не то, что намного легче, мне просто легко сейчас живется. Мне легко и просто получается понять своего ребенка. Я люблю его такого, как он есть, со всеми его проявлениями, со всей его дурашливостью. Не знаю. Мне сейчас уже вполне комфортно. Вытащить, конечно, окончательно мне бы очень его хотелось. Потому что мир так устроен. Нужно быть таким, как все, хотя бы в основных каких-то качествах и проявлениях своих. Он еще отличается от других деток, конечно, от других людей. Но развитие идет, это видно изо дня в день. Что-то уходит, к чему-то он сам приходит. Что-то выдает новое, более приближенное уже к обычному поведению ребенка. Спасибо вам большое, Давин, за это, за мое нынешнее состояние. Не только от меня спасибо. Это чувствуют те люди, которые за меня переживали, боялись за мое состояние. И теперь они уверены во мне, в том, что все прекрасно, мне за мной не надо следить.